Друзья мои, всем здорово, а точнее доброе утро. Я немножко выспался, а хули отобедал, конечно же, после вчерашнего. Но мы продолжаем. Я вот, собственно, всю ночь и там разбирал, и тут разбирал. Стремянка, благо, помогла. Что в комментариях написали, я еще не читал. Но, тем не менее, все прочитаем. Завтра у нас вторник. Стеллаж вот этот уходит, поняли? Если кому нужны такие стеллажи в остатке, там у нас пару штук еще можно. По 3 косаря. Хорошие, с красивого текстурного дерева. Поняли? Кстати, на заметку. Спать на деревянной лавке без мягкой подложки совершенно невозможно. Особенно, если ты спишь под ней. Поэтому, если что, друзья, вот эта ткань, кусок ткани, мне служила подушкой. Соизвольте приобрести себе тканюшку из этой ткани. Собственно, что я сейчас сказал? Идиот, потому что с утра нихера не лезет, что бы вам хотелось послушать. Пиво. Обосрался по полной программе. Такого количества пива мой живот еще не наблюдал. Ну ничего, друзья, то еще понять надо понять. Отчего? То может пиво говно. Скорее всего, говно. Ну ничего, друзья, значит так. Я вам скажу чисто откровенно. Пока вы не спохватились, напомню еще раз, для тех, кто не понял. Кто слишком сильно нагло себя ведет в плане поторговаться, попадает под ту самую систему, куда попал этот благородный Дон. Поэтому мы стараемся выявить таких клиентов и нахлобучить им за данное действие. Поэтому был ролик экспериментальный, тот, который вы смотрели. Вчерашний. А вот теперь серьезно, конкретно по конкретным товарищам. Анжела! Я понимаю, все дела, колхоз дело тонкое, но поймите правильно, нам нужно срочно ваше присутствие. Настолько, что аж... А шо? Ну приезжайте, будем говорить о том, о сём, все дела, поняли? Василиса тоже задолжала, надо бы броньку забрать. Я понимаю, у каждого из вас свои трудности, свои какие-то там перепалки семейные, нам насрать. Вы главное придите, бабки дайте, и пусть этот товар валяется дальше в нашем с вами магазине. Ведь не в самом товаре дело, а в том, что вы обязаны прийти и проплатить бронь. Лариса? Да. Вот такие дела. Что касается по утюгам, надеюсь, вы все это сообразили, поняли, что к чему, что лучше не спорить с тем, кто вам все это предоставляет, потому что здесь диктуем правила исключительно только мы. Ранее было, конечно, Василь, сука, еще немножко лез и диктовал. Но теперь Василя нет. Глаша каким-то образом ночку не провела с нами. Но ничего, ничего. Видать, ездила за паспортом. Такое бывает. Значит, господа, что я все о нас, давайте о вас. Значит, о вас скоро придет, и я надеюсь, он заберет, собственно, ту бронь, которую давным-давно забыл уже. Ну ничего, таких как он мы вертели на вороном коне. Тайна-ри-на-ри-на. Вот наш подписчик. Такой, знаете ли, выносливый. Мы его и в хвост, и в гриву, и во все стороны. Купил окружки. Молодец. Понимает, что обижаться на данного автора канала не стоит. Он того, козел. Ничего, господа. Все еще впереди. Поэтому, если что, успейте приобрести... Не вот это никому не надо. Стеллажи пока по хорошей цене. Поймите правильно.
Если вы еще не соображаете, что данная вещь поднялась в цене, я имею в виду ДСП, то у вас есть уникальная возможность приобрести готовые стеллажи по хорошей цене. Поняли? Все. Так, что мы имеем? По стремянке я вам уже рассказал. Что там вы писали, я не знаю, но я обязательно посмотрю. Поэтому, если что, любые стремянки, вся срань, все можно под заказ, господа. Вот, собственно, от благородного дона что осталось. Валяется. Собственно, накидал и за копейки хотелось забрать. Но так не работает магазин, поймите. Мы можем отдать за копейки. Но только мусор, который у нас валяется. А так-то это же товар. Да, поторговал. Да, 950 рублей. Да, ну делаем скидку. Ну минус 300. Ну, хер с ним, 350. Ушла, короче. Поняли? Ну не по 200 же рублей. Как благородный дон решил для себя. И хай будет так. Охренушки. А раскати губу. Аля улю, аривидерчи. Селяви. Господа, шо, надо вот этот звончик? Вот такой вот он интересный. Я его за... А шо, 2 косаря? Пока я добрый. Да, забирайте. Вот это вот, не знаю, что крутил, вертел. Туда-сюда была цена 950, 1350. Сейчас хер с ним, с подорожанием. Поставлю 2 косаря. Да хоть не подходи. Не без разницы, друзья. Придет только тот, которого действительно нужно. И он даже скидку не попросит. Но бывают же такие, которые культурно, вежливо. А если я то-то, то-то, то-то приобрету, да еще и потом поторгуюсь. И мы такие: конечно, милый друг, не скучай, иди гуляй по магазину. Аля улю, че ты на аля, ты шо? И поняли? Все, порешали на месте. Насадки на пылесос, ты шо, 50 рублей... Надо, ну как хотите. Далее, что мы тут имели? Мы имели максимально того, что имели. Ля, а ты что, есть какой он интересный, там много причин дал. И он не является хламом. Хлам — это вот эта вот срань. Это хлам. Как вы думаете, ее цена рублей 20. По скидке до 75, это 5 рублей. 5. Ее цена — это хлам. За 5 рублей. Кому надо, все бронируйте. Вот это хлам. 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 А? Ну, есть и товар. Например, это товар. Полноценный товар. Когда вы научитесь соображать и различать хлам от товара, товар от хлама, безобразие. Какое-то такое. Я смотрю, я гляжу, что перестали рыться. Потому что не подкидываем новинок, да? Ну ничего. Посмотрим. Да, все еще впереди. Возможно, что-то появится в нашем магазине. В виде какого-то говна. Срань никому. Вот это валяется. Шо? В ступицу закачивать силикон. Сейчас кто-то пернет. Идиот, какой силикон? Да еще и в ступицу. Ну, просто сказал. Хера его там сразу всерьез воспринимать. Срочить комментарии. Ты шо, пацан? Ля. Как вот это надо? Подарочные. Если надо, забирайте. Уговаривать я не буду. Вот подарочная, ля. Тоже коробка. Все купили, ушла, короче. Туда-сюда. Собственно, друзья, сегодня до вечера и домой помыться, побриться. Завтра увидимся. В крайнем случае, нет. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Да, и обязательно поставьте лайк, друзья мои. Всем пока. Кстати, пойдемте в ткани зайдем. Вот такие вот конюшки, ситец, они все будут по цене
75 рублей за погон, ширина 80 сантиметров. Разная расцветочка, как вы любите, можно будет подсуетиться, естественно, со скидочками и приобрести любое количество. Красные, гляньте, вот он, видели, тут, там, здесь, туда-сюда, там спрашивал, короче, наш один клиент. Пойдемте покажу по поводу флага. Флаги, они подорожали. Значит, сейчас флаг стоит, серп и молот, 650 рублей. Какой размер, спрашивал наш клиент. А мы ему сейчас ответим. У него идет, что это, 75 на метр 50 размер этого. А есть чисто красные, по-настоящему. Не УССР, а СССР. Вот они. Они хорошие. 80 на метр 60, скорее всего. Не буду разворачивать, дабы не нарушать эту улеженность. Так что, все для вас, господа. Все подорожало. А как вы хотели? Гляди, желтая красивая скатерть. Два косаря. Вот так вот. По щелчку. Хлобысь и поднялась цена. Что здесь еще? Вот эти вот пододеяльнички. 350 были. По щелчку. 400. Новые. Простыни. 300 рублей. Еще одна пометка. Благородный Дон хотел весь пакет. Весь пакет с молниями. Гляди. Найди молнии, все. Ты шо? Говорит, за 50 рублей пакет весь. С ума посходили, а? Или не видели, какие цены сейчас? Значит так. Каждому скажу сразу. Нам не важно, где, кто, что видел. Какие цены там, за пределами нашего с вами магазина. Нас не... Попросту-напросто. Поняли? Все. Значит так, что касается тесьмы. Читаем, понимаем и обращаем внимание на то, как мы здесь все лихо оформили. Образцы. Ниже глядь, выбирать. Этот? Нет. Этот? Нет. Этот? Нет. Следующий ряд. Этот? Нет. Этот? Нет. Этот? Нет. Тогда какого хера вы приперлись, мадам? Поняли, да? Все. Ничего не выносим с этой комнаты и с той тоже. Потому что мы не собираемся бегать за вами, как прислуга. Каждый здесь обслуживает сам себя. Аля, ты шо? Цена отклеилась. Ничего, ничего. Бабушкины ритузы хотели на смерть. Кому куда, друзья? По 100 рублей. Да. Две штуки осталось. Ну, на две ноги, в смысле. А на четыре ноги. Да мне без разницы, пара здесь. Пришли, забрали. Вот, собственно, и весь обзор. Как вы любите. Идемте дальше. Кстати, товарищи, вот это вот с нержавеющей штуки я вам сейчас покажу сразу. Мало ли, вдруг кого заинтересует, у нас распродажная цена. Сейчас ее цена 1250. Лоток для рыбы, для мяса, для продажи, для шашлыка. Это нержавеющая, настоящая советского образца сталь. Она достаточно толстая, плотная, хорошая, интересная, максимально гламурная. Поэтому, если кому нужно, размерность скажу примерную. Не так, чтобы там типа ля, ты шо, а вот так вот. 30 на 60. Примерно мой размер. Шо? Это размер этой штуки, чтобы вы понимали. Идемте дальше. Помните эту бадью? Помните, я говорил, что цена возрастет? 4250. Нержавеющая.
полностью советского образца дырка. Если кому надо, обращайтесь. Можно солить все, что можно. Можете использовать как, ну скажем, бочку специально в яму для того, чтобы срать сюда. Вот эту вот палку переносицу. Можете потом это мешать. Все, что можете. Варить зелье здесь само оно. Если хотите, весь комплект сделаю со скидкой. Но это исключительно не для слабонервных, потому что эти все, ох, как они меня не раздражают, а наоборот. Меня это даже балует, когда такие, как вы, которые сидят и говорят про себя. А вы говорите вслух, плюете на монитор, говоря о том, что «Как ты так выражаешься? Что ж ты за человек?» Слушайте сюда. Зарулите в описании к данному ролику. Там написано «Disclaimer!» И почитайте всю эту дичь, которую мы сварганили для таких, как вы. Предупреждение! Перед тем, как смотреть данный ролик. Усекли? Кивнули. Молодцы. Вставай с колен. Что ты стала? Вставай, говорю. Пошли, ходы за мной. Ну, вот такие вот сегодняшние наши видеоролики. До скорого! Товарищи, всем пока. А ты шо, благородный Дон, вот это? Это настоящий, полноценный, ну, прямый изыск. Там вы где его такое изменете, а? Где? Вы поймите, эта вещь, она, ну, неповторима. Такую вещь просто так где-то не найти. Ну, 150 рублей я хочу. Поняли? А мы не отдали, потому что так... Никто не торгуется. Друзья мои, запомните, тот, кто торгуется чересчур, получает. Вы знаете, что получает. Всем пока.